12 сентября Десногорск отметил День города. Некоторым горожанам этот день запомнится и другим приятным событием – открытием детской игровой площадки в 4-м микрорайоне. На месте событий побывала съемочная группа нашего телеканала. Одним из центров событий того дня стал общий двор 7 и 8 домов. Местные жители уже не раз проявляли заботу об этом участке, делая его комфортнее и современнее. Их новое достижение – детская спортивно-развивающая игровая площадка. Мы вышли на финишную прямую, вы видите, что уже можно деткам посещать площадки. Тогда делаем мы все до конца, как и было задумано. Территориальное общественное самоуправление «Уютный двор» – это инициативные жители 4-го микрорайона. Путь от идеи до воплощения своего проекта им удалось успешно пройти благодаря фонду АТР-АЭС. ТОС «Уютный двор» приняла участие в конкурсе, который проводил фонд, а затем и стала победителем. Результат чего теперь радует детей и родителей близлежащих домов. Мы рядом живем и сюда заходим, конечно же, потому что они увидели и все. Говорят, когда будем гулять здесь, когда все откроется. И вот, наконец, этот день настал. ТОС «Уютный двор» и дальше планирует принимать участие в проводимых конкурсах фонда. Задачи на следующий год уже определены. Оснащение двора дополнительным освещением, видеонаблюдением и пешеходными дорожками. Но есть и близлежащие планы, о которых сообщил местный житель, глава Десногорска Андрей Шубин. В октябре этого года... Я думаю, что мы совместно с управляющей компанией «Инстайсервис» здесь произведем озеленение. Посадим кустарники, деревья, для того, чтобы название «Уютный двор» соответствовало тому названию, которое мы назвали наш корабль. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна ТВ.